Новое видео выходит каждый день в 20:00. Вот вы знаете, я как обычный человек из обычной православной крестьянской семьи всегда считал, что ролеплей, РП и вообще ролевой режим игры в разных видеоиграх компьютерных, вот этих вот онлайн, он создан специально для даунов, для реально ДЦП, там ДЦП, Андрюша, Додик, Патау, ДСП, ДВП и так далее. Просто лично мне непонятно, как людям на полном серьезе может нравиться вот дрочиться вот этими ролеплей-командами. Это же было актуально, блять, в году 2009, когда еще ваши бабки во время, блять, падения Сталинграда вот эти вот переписывались с этими командами, слэш Аме, слэш Туду и так далее, слэш Трай. Это же, блять, нахуй никому не интересно уже в 2019 году. Ну серьезно, вы можете представить вот примерный портрет человека, которому интересно дрочиться вот этими вот ролеплей командами, там, слэш Ме достал пистолет из кармана, слэш Аме там вставил патроны, магазин, слэш Трай произвел выстрел удачно там и так далее. Но это полнейший пиздец. Ну кому это может быть интересно в 2019 году, я в целом не понимаю. И это объясняется тем, что вот эти вот медиумы, даже хард ролеплей сервера в Сампе, они не популярны сейчас, ну абсолютно. То есть посмотрите на Гамбит, посмотрите там на еще какие-нибудь сервера вот эти вот, которые позиционируют себя как ролеплей. Это ж полнейшее какое-то говно для додиков. То есть там ты какую-то вот отыгровку вел неправильно, и все, тебя уже засрали. Вы посмотрите на моем основном канале обзор на Гамбит, это ж просто пиздец. Мне говорят, Ашот, блять, нахуй ты сюда при... Это ж это какой-то полный пиздец. Ну то есть, ебать, я пришел сюда играть или чтоб меня критиковали тут нахуй все вот эти вот дебилы, которые там купили или прошли сами вот эту УЦП-регистрацию с 20-го раза, да нахуй оно мне, блять, надо. Ну серьезно, ебать, я выпустил обзор на Гамбит, выпустил свое первое впечатление о данном сервере, ебать. Научите вы меня отыгрывать роль своего персонажа, потому что лично я не понимаю, как это нужно делать. Но если я не понимаю, научите меня, как это сделать. Нет, эти ебучие обезьяны с Гамбита, там, со стейджа, с Тринити, они мне нахуй строчат и строчат вот эти вот свои комментарии о том, что ебать, да ты чё нахуй, Ашот ебучий, уйди дальше нахуй, на свои на адвансы ебать, на даймонды, а к нам, в наше святилище не приходи, хуесос, хпу, блять, и все, что это такое, ебать, это что за комьюнити ебучее, я, блять, лучше буду играть с этими, ебать, обезьянами, с ДМщиками на Аризоне ролеплей, Чандлер, ебать, чем буду играть вот с этими вот дебилами, которые за неправильную отыгровку, ебать, нажалуются в репорт и тебя отправят на ретест. Кому это нахуй надо? Ну это ж это абсолютно неинтересно. Ну то есть, ну нахуя? Я не понимаю. Ну мне серьезно непонятно. То есть, ну кто вот может на полном серьезе, вот нарисуйте мне вот автопортрет, вот этот фоторобот человека, который, ебать, будет сидеть и такой, ох, ебать, ну вот я проснулся пораньше сегодня с утра, надо бы зайти подрочиться командами. И сидит, ебать, с 12 часов утра до 8 вечера дрочится вот этими командами. Слэш Аме, блять, слэш Трай, слэш Ду. Многие могут сказать, это атмосфера. Да какая нахуй атмосфера? Мне вот, блять, на Аризоне, там, на Даймонде, на Адвансе больше атмосфера вот этого ролеплей города передается, когда я просто хожу, фармлю вот эту вот валюту. То есть это симулятор реального вот этого вот жизни. Когда ты приходишь там на заводе, ебать, на шахте, формируешь вот эту вот валюту, потом покупаешь себе какой-нибудь автотранспорт и все. И все, мне вот это вот заебись. А то, что сейчас, ну это какой-то полнейший, блять, пиздец. Да нахуй оно мне надо. Вы чё, сука, введите, ладно уж, голосовой чат, давайте я буду РПшить через голосовой чат, более-менее, но никто вот ввели возможность вот этого вот голосового чата в МТА, ей никто не пользуется, нахуй она тогда нужна, ебать, то есть вам нахуй ввели, ёпта, блять, возможность голосового чата, вы её не используете, нахуя, я понять не могу, ну то есть, ну зачем, ебать? То есть, вам дали голосовой чат, вы дрочитесь вот этими вот командами. Из-за того, что вам мамка, ебать, микрофон не купила. Да пойди ты нахуй, купи палочку с Веном К-105 или 205, я уж не помню, как она называется. Охуенный микрофон. Я на него, ебать, 5 лет видосы записывал. Все было охуенно. А тебе тут просто вот для РП-отыгровок вот этот микрофон нужен. Ты чё, ебать? Нахуй мне вот это вот надо все. И я просто, я вот не могу понять. Ну вот нахуя дрочиться вот этим вот, я не понимаю.
Ну, то есть, мне в целом, мне это не интересно, мне это непонятно, ебать, дайте мне пофармить игровую валюту, дайте мне сходить на завод, вот это ролеплей, вот это я, ебать, понимаю, а то, что сейчас, ты, ебать, заберите его нахуй отсюда, это ж, это какой-то полный пиздец, вот эти ЮЦП-регистрации, ебать, где ты 200 правил нахуй учишь, я чё, ебать, я школу заканчивал, чтоб тут какие-то правила учить или чё? Да пошли бы вы нахуй со своими вот этими правилами. Как говорил, блядь, еще Сократ в 8 веке до нашей эры, правила нужны, чтобы их нарушать, блядь. А вот это хуепутало, вот эти вот правила придут, да нахуй вот это надо, в жопу себе засунь вот эти правила свои, ебать. Слышь, Ами, слышь, Трай, блядь. Че это за хуйня, блядь? Просто иди в пизду, блядь, тот, кто вот эти правила придумал, тот, кто придумал вот эти фулл-рп сервера, иди нахуй просто, дебил, блядь. Пиздец.